У Стерлядки выпускной. Сейчас отсюда к местам природного обитания отправятся 4039 особей. Округлять сознательно не будем. Здесь поштучный учет. Рыба занесена в Красную книгу. Малыши вылупились из икры на Медведицком экспериментальном рыборазводном заводе в середине мая. Подросли до 2 граммов. Пора начинать самостоятельную жизнь. Сейчас они готовы уже в свободное плавание, к свободной жизни. Средства на выведение этой партии малька выделены дочерним предприятием «Лукойла» «Ритеком». Это очередной вклад компании в пополнение биоресурсов местных рек. Молодые специалисты-нефтяники и сами участвуют в процессе выпуска молоди. Стерлядь – рыба красивая и очень нежная, что надо особо учитывать при транспортировке к водоему. На берегу Медведицы малькам открывают вкус к смородине. Вскоре эту эстафету подхватят на Иртыше и Оби, на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилище. Всего с июня по ноябрь «Ритек» выпустит в Волгоградской области Республики Татарстан, в Ханты-Мансийском автономном округе более 400 тысяч мальков ценных видов рыб. Заводской метод выращивания молоди позволяет снижать влияние негативных факторов на самых ранних этапах жизни рыбы. Специалисты уже отмечают положительную динамику в восстановлении популяции той же стерляди, в том числе благодаря участию в социально ответственных предприятиях. После этих мероприятий компенсационных и госзаданий рыба прибавилась, ну, в процентном отношении это на процентов на 70 по сравнению с 10 лет назад. Осенью в рамках большой экологической программы «Лукойла» на этом берегу выпускной уже у молоди сазана. Лариса Лазука, Алексей Горемыкин, специально для регионов «Лукойла».